Школьники из семьи создают национальные украшения. Десятилетний Асылжан Ханыбеков смастерил уже тысячи различных ожерелий, браслетов и подвесок. Бижутерия пользуется спросом не только в родной школе, но и во всем городе. В гостях у молодого предпринимателя побывали и мои коллеги. Мастерить украшения в казахском стиле Асылжан Ханыбеков начал 2 года назад. Сначала ребенок внимательно следил, как это делает мама. Потом решил попробовать сам. Сегодня в его коллекции ручной работы больше 1000 разных украшений. Это благотворно влияет на развитие мелкой моторики, речи и мышления ребенка. Асылжан с раннего возраста увлекался конструкторами, поэтому он с легкостью усвоил способы изготовления украшений. К тому же это учит терпению и улучшает память. Мальчик уже делает украшения на заказ. Они становятся все популярнее с каждым днем. На первые заработанные деньги школьник купил смартфон. Обещает приобрести телефон и младшему брату. Больше всего мне нравится делать подвески, серьги, заколки и ожерелья. В среднем на изготовление одного украшения уходит не больше 15 минут. Я получаю удовольствие, когда занимаюсь этой работой. А на 8 марта подвески, сделанные Асылжаном, получили все его одноклассницы. До сих пор ни одна из них не расстается с особенным украшением. Асылжан очень творческий, харизматичный и талантливый ученик. Его любимый предмет – изобразительное искусство. Своим увлечением он прославился на всю школу. Нашим девочкам очень полюбились украшения, сделанные его руками. Асылжан признается, что в будущем хочет стать ювелиром и работать с драгоценностями. Асем Утешева, Медет Умирханов, 24 КЗ, Семей.